На самарском рынке аренды жилья снова неспокойно. В городе опять появились конторы, которые якобы предоставляют услуги риэлторов. Но с условием, что ездить по адресам клиент будет сам. За 5-6 тысяч рублей ему открывают доступ к некой общегородской базе аренды. И когда человек пытается найти себе квартиру, оказывается, что ни один телефон и адрес из этого списка не действителен. Либо это несуществующий адрес, либо телефон не отвечает, он приезжает на квартиру, там делает круглые глаза, говорят, мы ничего не сдаем. Возвращаясь назад, они говорят, вы подписали с нами договор, все в порядке, до свидания. Когда человек понимает, что его обманули, доказать свою правоту практически невозможно. Договор в мошеннических фирмах составлен так, что они предоставляют всего лишь информационные услуги и обеспечить жильем никого не обязаны. Поэтому силовики советуют самарцам быть особенно бдительными и пользоваться услугами официальных риэлторов. Главное помнить, что оплату настоящие специалисты берут только по факту вселения и ни в коем случае не заранее. На той квартире, на которой вы уже остановились, вы подписываете договор непосредственно с собственником квартиры и оплачиваете работу риэлтора. И она составляет 50% от месячной арендной платы один раз. Также на особом контроле полицейских так называемые резиновые квартиры, когда владельцы прописывают в своей квартире десятки человек. На начало года в Самарской области было больше 300 таких адресов. Работа в этом направлении постоянно ведется. Ситуацию на сегодняшний день уже легче мониторить в связи с тем, что вся информация о зарегистрированных гражданах Российской Федерации, о гражданах иностранных и лицах без гражданства, поставленных на миграционный учет, вносится в базу данных МВД. Всего с начала года на собственников квартир, которые нарушили правила предоставления жилого помещения, возбуждено 11 уголовных дел. Пятеро нарушителей заплатили штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Лариса Шалафат, Сергей Баскин, события.